так я продолжаю ехать, куда глаза глядят. Золотое правило. Не проезжай мимо заправки. Мне мой папа так говорит. И вот я это нарушил в очередной раз. Был, блин, на трех заправках и не заправился. Объясните, почему? Правильно, экономил деньги. Думал, что потом поеду с кошельком на ножках, заправлюсь. Но ввиду того, что завтра мне опять надо ехать по делам, а это уже оплачивать никто не будет, поэтому так или иначе придется заправляться за свой счет. Поэтому тем более непонятно, почему такое разумное существо, как я, не заправилось. Вот там река какая-то. Сейчас смотрим, смотрим. Очень красивые сосны попадаются. Вот видите, как все, как открывается перед нами. Виды. Как говорится, наслаждайся глазами. Хоть один орган получит удовольствие. Так, опять какая-то тут... Это что вот вообще? Указателей нет никаких, что тут деревня. Йота не ловит. Ну ладно. Между прочим, я сравнительно недавно, собственно говоря, узнал, что такое за дерево баобаб. Это, я вам скажу, абсолютно инопланетное дерево. Если что, посмотрите. Запросто есть какой-то парк баобабов где-то в Африке, по-моему. Там можно снимать всякие футуристические фильмы, фантастические. Так. Что это такое? Музей? Вот, музей Поленова. Да к нам как раз туда.